На самом деле это не просто выставка. Когда выставка содержит множество деловой составляющей, как то какие-то конференции, какие-то круглые столы. Одна из основных составляющих – это конкурс, открытый конкурс для всех архитекторов. В основном участвуют молодые архитекторы, которые могут показать себя на интерьерах, на малых домах. Причем и выставиться в разделе «Проекты», и выставиться в разделе «Реализация». Это замечательно. Вообще любой праздник, связанный с архитектурой, это замечательно. Из года в год этот конкурс проходит. В зависимости от экономической и строительной ситуации в стране, каждый раз собирается разное количество материалов. Когда больше, когда меньше. В этом году материал столько же, сколько в прошлом году, по крайней мере, не меньше. Это уже хорошо, это радует. По количеству и качеству материалов видно, что архитектура жива, проектное дело существует. Более того, появляются объекты удивительного качества. Это радует всегда. Хочется одно сказать. Даже не сказать, а пожелать участникам, во-первых, активнее участвовать в подобных мероприятиях, в подобных конкурсах, не сдерживать себя и не ждать какого-то улучшения ситуации. Мы сами должны создавать улучшение ситуации, улучшение в экономике, улучшение в проектном бизнесе, улучшение в строительстве. А для этого надо как-то шевелиться чуть-чуть. Надо прилагать усилия, надо работать, надо в том числе участвовать в конкурсах. Появился проект, выстави его. Случилась реализация, выстави ее.